ДТП произошло на пересечении бульвара Перовой улицы и проспекта Ватутина. Водитель «Шевролета» двигался во втором ряду по направлению в сторону Троещины на зеленый свет. Водитель скорой помощи двигался по проспекту Ватутина на красный. Двигался без проблесковых маячков. К счастью, никто не пострадал. Водитель отделался легким испугом. В салоне автомобиля находились пассажиры, тоже все целы.